17 февраля в Хасавюрте прошел открытый чемпионат по русским шашкам в памяти общественного деятеля и мецената Абидуллы Манапова. Организаторами в проведении турнира выступила Дагестанская региональная правозащитная общественная организация «Наш дом». По словам инициаторов мероприятия, турнир был проведен в рамках комплексной программы противодействия идеологии экстремизма и терроризма на 2018 год. На соревнованиях присутствовали представители администрации города в лице заместителя главы администрации Хайбулы Умарова, который поприветствовал участников и гостей мероприятия. От лица главы города Зайнутдина Давыдовича Акмазова я вас приветствую и желаю вам хорошей игры, судейству, справедливого решения, и пусть победит сильнейший. Не случайно сегодня у нас этот турнир в нашем городе. Как раз я хотел бы остановиться на нашем именно деятеле общественном, это Абидулла Манапов, общественный деятель, меценат и человек, который внес большую лепту образование, религиозного образования нашего города, так как продолжение всего оставил после себя учебное заведение, сегодня продолжает, работает, это институт имени имама Аль-Ашари. Огромное спасибо всем участникам, которые приняли сегодня на нашем турнире участие. В Хасавюрте стало доброй традицией проведения спортивно-массовых мероприятий. На турнир были приглашены представители разных возрастных категорий. Кроме того, присутствовали гости из Хасавюртовского, Казбековского и Новолакского районов. Целью проведения чемпионата является популяризация игры в шашки, которая позволяет развивать умственные способности, внимательность и терпение. У нас участвуют там чемпионы Дагестана с нашего города. Это Исраил Руслан, Юнусов, Салман, они становились чемпионами Дагестана. Очень престижный, хороший турнир получился в нашем этом клубе «Пилятам Азия». Спасибо за организаторов за это все. Впрочем, у нас турнир проходит по швейцарской системе, участвуют 23 человека. Ну, по заключению 9 туров будет выявлен сильнейший чемпион. По словам организаторов, подобные турниры в городском масштабе планируют проводить в отборочном этапе на общереспубликанских соревнованиях. Победители и призеры чемпионата были награждены ценными подарками. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».